Еще в апреле прошлого года Дастан Оразбеков объявлял кастинг для своего нового проекта. И вот, 9 месяцев спустя, детище ординца готовы предстать перед ценителями музыки. Дастан, кстати, раскручивает коллектив не в одиночку. Это совместный проект Казахстана и Азербайджана. В Баку группу продвигает продюсер Исамельников, а у нас в стране их продюсирую я. Называется коллектив «Тюркис» и состоит из трех красивых, а главное, голосистых девушек. Они уже и дебютный клип успели свой снять. Недавно мы вернулись из Киева, там мы снимали клип на песню «Шахармена». Эту композицию нам написал наш азербайджанский продюсер Исамельников. Когда клип выйдет в свет, ни Дастан, ни сами барышни не сообщают, зато вокальным мастерством троицы можно насладиться уже сейчас. Шалғама күндер өте, енді іздем мені, енді іздем мені.